Всем привет! Сегодня буду слушать Зиверт. Я ТЛ. Говорят, что я слышала. Сейчас узнаем. Голос такой сильный, прям у нее. Просто и без слов унесло и несут, что потом, даже если вам не суждено вдвоем, наша жизнь — это миг, и пусть этот миг горит, когда счастье рвет на части, не нужно глаз. Мы будем каждый день, как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, это больше, чем все. Как мы летаем для других, это криминал. И ты себя таким еще никогда не знал. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, или нам повезло. Если я чувствую залпом, то ты не случайно невесом. Это как аттракцион на всю жизнь. Кто живет головой, то проехал как-то станцию любовь. Но та искра внутри никогда не... Когда счастье рвет на части, не нужно глаз. Мы будем каждый день, как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, это больше, чем все. Как мы летаем для других, это криминал. И ты себя таким еще никогда не знал. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, или нам повезло. Мы будем каждый день, как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, это больше, чем все. Как мы летаем для других, это криминал. И ты себя таким еще никогда не знал. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, или нам повезло. Эх, вот в таком костюмчике, знаете ли, когда-то можно было одеться, когда ты была молодой, а сейчас уже нельзя. Это редко. Поцените, молодежь, девочки, цените то время, когда вы можете все обтягивающее одеть и быть прекрасным. Вот, что хочу сказать. Вот, ну, мне понравилось. Ну, такая она попсовая, поэтому ясно, что мне понравилось. Но меня как бы посетила мысль такая интересная на этом треке. Вот наше время настоящее можно оценить как отсутствие профессионалов. У нас что-то нет профессионалов. У нас все время кого-то... Что... Вот...
как бы в нашем времени там руководство все время там вот даже наше правительство все время ищет каких-то новых людей, там пытается их обучить и пихает их в губернаторы, так извините меня все, кого это касается, если я кого-то там задела. Вот. То есть людей, которые далеки от всего, пытаются сделать, как бы ставить на высокие посты, как-то в Советском Союзе такое было. То есть люди, которые не в теме, которые не вышли с нуля, там откуда-то, да, даже сразу начинают как бы руководить, тем самым показывая то, что у нас очень мало профессионалов. И профессионалы, которые, допустим, на местах, бедные, несчастные, должны подчиняться дилетантам. То есть, вот да, у нас очень много дилетантов по жизни. И вот я вот послушала ее, и вот как бы если преломить музыку к моим словам, вот именно этот трек и вообще Зиверт, я вот подумала, что она профессионал. А я слушаю в основном дилетантов, понимаете? И вот приятно, когда по жизни ты встречаешь профессионала, ты понимаешь, думаешь, да, мы на одной волне. Как он правильно говорит или она, да? Он думает так же, потому что он профессионал. Вот. И вот так же вот эта девушка поет так, как, то есть это человек-профессионал, понимаете? И этим все сказано. А все, что вокруг, 99% того, что я слушаю, это дилетанты, которым еще до профессионалов, и дорастут ли они до них, не знаю. Но, к сожалению, в наше время почему-то преклоняются дилетантам. Как по жизни, так и в музыке. Всем пока.